в мире и даже в России стали появляться новые имена, связанные с пандемией. К примеру, в Индии родившегося малыша назвали санитайзером в честь средств, помогающих в борьбе с коронавирусом. А как называют новорожденных в нашем городе? За ответом идем в городской ЗАГС. Ответ на обычный вопрос «Как тебя зовут?» иногда может удивить. Например, если вам ответят «Ковид» или «Корона». Именно так назвали своих детей жители Индии. Мальчик по имени Ковид живет и в Новокузнецке. Родителям нравится. Говорят, имя звучное и волевое, и надеются, принесет ребенку счастье. Отличился оригинальностью и генеральный директор Тесла Илон Маск. Он выбрал своему сыну имя в честь неизвестной переменной XH и самолета-разведчика А-12. Наш город эти новомодные имена обошли стороной. На первом месте – традиции. В мае месяце у нас родилось несколько девочек с именем Мария. Это очень красивое имя, которое очень красиво сочетается с разными отчествами. Мальчишки у нас есть и Марки, есть и Давиды, есть и Никиты. И есть мальчик с красивым именем Алексей, что на сегодняшний день, конечно, редкость. Меньше стало Сергеев, Васильев и Иванов. А вот звучное имя Саша дают чаще не мальчикам, а девочкам. В топе популярности Елена среди женских имен, Данилы и Матвеи среди мужских. Редкие имена у нас тоже есть, такие как Мия, Милана и даже Беатрис. Есть и мальчик с необыкновенным именем Милан. Но все же чаще родители предпочитают давать своим детям простые и распространенные имена. Конечно, родители думают над тем, как назвать своего ребеночка. Конечно, родители планируют заранее, чтобы имя красиво звучало, чтобы имя красиво сочеталось с отчеством и с фамилией. Сегодня новорожденных называют в честь святых, важных правителей, любимых героев, значимых событий, литературных персонажей. Бывает и в честь предметов, погодных явлений, растений и небесных тел. Ярких и звучных имен в мире много. Конечно, оригинальное имя привлекает внимание, но прежде чем дать его своему малышу, подумайте, не станет ли оно для него проблемой в будущем. Да, и о главном забывать не стоит. Имя должно сочетаться с фамилией, отчеством и нравиться самому ребенку. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.